Здравствуйте, ребята. Давненько у меня не было распаковок, давненько я не выписывал товаров из Китая. Ну вот пришла очередная бандеролька, там еще в пути есть. Значит, что я могу сказать про эту бандерольку? То, что здесь находится, пока я вам сейчас покажу, а для чего оно... В общем, сейчас я покажу потом, а потом расскажу. Или расскажу, а потом покажу. Значит, это называется это шпульки или катушки для швейных машин. Ну, может, кому-то будет и интересно, или кому-то, кто занимается, это шьет на швейных машинках, может, кому-то эти такие катушки понадобятся, шпульки. Вот, значит, недорого они стоят, вот 25 штук, вот они металлические, видите, 25 штук. Пришли они за 15 дней, вот, и стоят всего чуть больше 2 долларов, 2 доллара 7 центов они стоят. Так что, кому надо, переходите по ссылочке, я дам внизу. Вот, по ссылочке переходите, посмотрите, по продавца поинтересуйте, что и как. Вот, и закажете, и вам придут тоже такие вот, кому надо. Также не забывайте за кэшбэк. Кэшбэк – это реальный возврат денег по, значит, подтверждению получения товара. Вам возвращаются деньги от 7 и более процентов. Так что, ребята, смотрите сами, кому надо, значит... Вот тут должно быть 25 штук. Сейчас мы их быстренько посчитаем, значит. Раз, два, три, четыре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 штук, все пришли, все нормальные, все металлические. Вот то, что я заказывал, значит... Что, зачем я их выписывал, значит, ну, делается совместно с одним человеком, делается одна штуковина, вот. Так что, если она только у нас заработает и получится эта штуковина, я обязательно покажу ее и расскажу, что это такое, для чего вот эти мне, вот эти все колесики или эти катушки, шпульки называются неправильно, значит... Еще раз напоминаю, кому понадобится, кто занимается швейным делом, значит, ссылочка внизу. Также ссылочка внизу в описании на кэшбэк. Кэшбэк – это реальный возврат денег по подтверждению получения товара. Благодарю всех за внимание. До свидания.